Приветствую вас, дорогие друзья. Продолжаем мы прохождение игры Medieval 2 Total War за королевство Англия. Так, ну и завершаем сразу же ход.
Опять нам Монголы перемирие предлагают. Требует 59 420 золотых. Сейчас. Так, новый у нас полководец, гений штурма, воин ночи, начинающий командир, деятельность, склонный к верности, жесткий расчет, жестокий расчет. Там где у нас? Так, давайте набор войска проведем. Так, пехота у нас уже здесь раз, два, три отряда, это четвертый только сейчас отряд. Пехоты в Гамбурге. Так, в Анжем здесь тоже собираем магний для того, чтобы подавить восстание в Реймсе. Так, ну в Берне вообще-то не обязательно здесь войска собирать, но мы все равно здесь наберем кого-нибудь и куда-нибудь, может быть, их пошлем. Так, Магдебурге. Также здесь давайте собрать войска. Штетине. Пехоту тоже набираем. Руни. Полег мы уже бомбарду мы сделали. Осталось нам тут только артиллерию собрать, и в принципе все. Так, дальше, значит, Хельсинки. Тоже здесь армию собираем. Звук. Давайте сюда. Ракеш, но сделать священник. Давайте дипломата сделаем. Я хочу попробовать включить союз с Папой Римским. Так, крестовым походом присоединились Англия и Польша. Ну, это Англия, соответственно, мы. Итоги хода. Мы по всем параметрам лидеры. Экономика наша в плюсе. Давайте здесь тоже большой рынок в Вене сделаем. Будем развивать нашу торговлю в первую очередь сейчас. Нам нужны финансы. Так, и смотрим, значит, что у нас тут. Вот этой армии, значит, идем осаждать Никосуки.
Здесь ведем нашего генерала Ванже. Ну что, еще раз пробуем еретика. Уничтожился. Отлично получилось у нас. Повысили мы характеристики нашему священнику. Так, у нас войска еще не собрались. Блин, здесь тимуриды нам путь перекрывают. Давайте на мост, может быть, встанем. Поляки. Сняли осаду. Это нам на руку. Пока у нас свобода действий. Давайте теперь обучать. Давайте нанимать новые войска здесь. Так, вот это давайте армию, наверное, двинем на Рязань. Нам нужно здесь пройти тут и как-нибудь к тимуридам сюда бы нам вылезти бы. Давайте здесь, наверное, агента сделаем в Москве. Лазутчика. Будет у нас следить за тимуридами. Так, где вот нам нового генерала-то дали? Тут что ли? Ой, ночь там, все дела. Клоун. Склоны к верху, неплохой засадчик. Тостик. Куда бы нам тебя, Тостик, пристроить бы? Ну давай к нам туда сейчас, к северу, сейчас там найдем, у нас там магни новые собираются, сейчас мы найдем, куда тебя там пристроить. Блин, куда же нам генерала-то дали нового? Еще один Тостик. Ну, это здесь так и были, но, блин, куда-то... Одни тостики у нас. Вот этот, наверное. Давайте его тоже сейчас выведем, куда-нибудь пристроим. Нет, это он 24 года, а тот, по-моему, молодой прям был. Точно, того звали как-то Руфус какой-то там. Это не он. Ну ладно, все равно это Тостика мы сейчас перебросим сюда. Блин, все города, чтобы просматривать. Где у нас вообще здесь генералы-то еще были? Может быть, здесь где-то? Не знаю, куда нам его дали. Так, хочу попробовать я сейчас египтян здесь обмануть немного. Блин, почему здесь наемников мы не можем нанять? А, не на, может быть, на нашей территории, на только на территории врага их нанимать, может быть. Наверное, я так думаю. Букву купца сюда.
У нас, кстати, неплохой доход относительно. Давайте кто-нибудь убирать наш флот, если, конечно, успеем еще мы его убрать. Так, смотрим, что там у нас с Папой Римским. Мы один крест потеряли, венгры тут набрали. Венгры не упоминаются, они что, значит, отлученные, что ли, или нет? Фигась тут Джон благочестивый, 7 звезд. Вот это, блин, командир. Отец-командир. Тимбукту. В Лондоне нет никаких генералов. Лондон у нас уже давно стал захолустьем таким. Ну что, у нас более-менее так наладилось после перемирия с Папой Римским. Общественный порядок наладился почти во всех городах. Странно, в Риме почему, блин? Давайте налоги что ли убавим. Так, ну что, завершаем ход. Блин, добивает здесь наш флот все равно. Опять полное поражение. Мы теряем корабли и теряем.
Ого, тимуриды тоже на Галич нацелились. Офигеть. Вот они уж подвели свои войска. Эх, а вот этот армию мы забыли пройти. Точно. Брюгге уже бунт. Новый кардинал наш. Священник стал новым кардиналом. Раз, два, три, четыре, пятый отряд пехоты это будет у нас. В Гамбурге. Так, в Анже четвертый отряд будет. Рыцари Галичи, блин, не успели, сделали еще отряд тяжелой пехоты, ну хоть что-то мы здесь, хоть какую-то защиту улучшили. Кстати, здесь можно госпитальеров делать. Берни, Леннов мы убираем, Магдебурги. Штетини. Раз, два, три, четыре, пятый отряд пехоты у нас в Штетине делается в Таруне. Ой, стоп. Вот этих давайте делать, товарищи. Так, Хельсинки. Тоже Хельсинг тоже продолжаем пеший рыцарь делать. Инсбрук, Инсбрук, Инсбрук. Так, ну все, на остальное переобучение и... пополнение. Снова на поляки осадили Галич, ладно, теперь более, наверное, я так думаю, серьезными войсками. Ну, какие серьезные войска? Это серьезные войска. Крестьяне у них здесь. Кавалерии на стену они не залезут, крестьян мы их не перебьем, рыцарей здесь у них не так много, так что если повезет, должны отбиться. Хотя у них, конечно, еще 10 армий может быть прикреплено, но правда и у нас здесь две армии подкреплений стоят. Тимуриды кто здесь? Куча стрелков, да давайте пойдем. Давать строительство. Снова настал чит Лондона что-то построить нам. Давайте сухой док строим. Кстати, что это нам даст? Увеличение количества товаров. Население, кстати, в Лондоне растет крайне медленно. То, что, блин. Вперед!
хочу брюги вас. Ну хотя, смотрите, лояльность повысилась. Был меньше ведь. Так что, может быть, все образуется еще. О, здесь мы даже до города никак не дойдем. До деревушки, точнее. Так, здесь мы ход сделали, дальше. Тут у нас еще собираются войска. А, кстати, ладно, сейчас мы до туда дойдем. Где-то я генерал куда-то вел. Так, вот, да, вот. А, да, на север, на север. Так, и вот здесь еще генерал я вел, да? Давай, кто сейчас куда-нибудь сюда здесь пристроен? Какой-нибудь армии. Я так понимаю, тут еще одна армия тимуридов большая, да? Ого, здесь сколько их? Еще и со слонами. Офигеть просто. Это просто офигеть. Они же ведь поляки не в союзе с ними. Польша, вражда, так, союз не только с папой и с Русью. Переходим сюда. Кстати, как крестовый поход, когда, как они, однако, быстро бегают. Кстати, вон и начинаем священника. Так, ну что, попробуют нам заключить союз с Папой Римским, попытаться. Крайне невыгодно, не хочет нам с нами дружить. Что предложить им? Выплату? Скажем, 1000. В общем, тоже крайне невыгодные. Еще и возмущенный. Да мы и не боимся. Я Вену-то опять не укрепляю, это как бы тут. Венгры опять нас не атаковали. Давайте хоть доделаем, чтобы градским ополчением дополним. Да, тут какая-то, я думаю, жестковатая схватка грядет. Поляки, тимуриды. Наших сколько здесь войск.
Вот так вот давайте станем пока. Эх, а в Тимбукту мы не делали купца на этом ходу. Где-то я еще хотел священника нанять, так сказать, здесь не черный еретик. Блин, опять не получил. Да что ты какой? Так, вот здесь вот нам нужен священник. Наши крестоносцы в пути. Правда, вряд ли они по Африке дойдут до Антиохии, но по крайней мере хотя бы попытаться. Нам под шумок бы прихряпать здесь хотя бы Каир или Александрии. Александрии как повезет. Может быть, вообще не повезет. Никак. Так, ну ладно, сейчас, значит, в общем, завершим мы ход, если будет. Если будет какой-то штурм, либо битва, то мы сохранимся на этом. Для султана сидеть. Шацеки, вы что? Какой султан? Так, ну нас ожидает в следующей серии штурм. Соотношение сил 1:1. Причем потом, я так понимаю, нас могут тимуриды сразу же осадить снова. Что ж, на этом завершаем. До новых встреч. Всем пока.